Депутат законодательного собрания Забайкальского края Алексей Соклаков был за рулем черной Toyota Camry, под колеса которой в центре Читы 25 января попала женщина. Об этом ЧТРУ сообщили сразу два источника. Соклаков в беседе с корреспондентами отрицать свою причастность к ДТП не стал. Ранее сообщалось, что водитель Toyota Camry сбил женщину-пешехода, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на перекрестке улиц Бутина и Балябина. Со слов очевидца, после столкновения из машины вышел мужчина, который повел пострадавшую в свой автомобиль. Чуть позже на месте происшествия появились сотрудники полиции и скорой помощи. Пострадавшую женщину в тот день доставили в краевую клиническую больницу в тяжелом состоянии, и она оказалась в реанимации. Напомним, Алексей Соклаков – действующий депутат краевого парламента от партии «Единая Россия». Он родился в 1962 году в Чите, работал врачом сердечно-сосудистой хирургии в краевой клинической больнице и консультантом по хирургии Минздрава Забайкалья. Он кандидат медицинских наук, отличник здравоохранения России, заслуженный врач Читинской области.